Я тоже думал про идею, и, наверное, она вот очень похожа на портал профориентации. Когда я думал, как же заскилить всю эту штуку, сделать ее очень широкой и большой, мы понимаем, что когда у нас там есть эти каникулы, к нам приходят ученики, они учатся, смотрят, что это за профессия, мы рассказываем, но это на самом деле маленький скилл. 15, 20, там, 30 человек и так далее. И мы при этом понимаем, что там есть порядка 100 тысяч работников IT-сферы, которые могли бы прийти и рассказать. Но по определению мы такие оптимизаторы и немножко ленивые, вот, нам нужно хотя бы что-то дать в руки и нас как-то мотивировать, чтобы это было просто. Так вот, что я предлагаю? Я предлагаю это все дело оптимизировать. Видеоролики — это очень круто, но каждый из нас учился в школе. Я учился в своей школе. И сейчас есть эта запустилась тема профориентации, когда ты приходишь в школу, рассказываешь какие-то профессии, и каждый из нас могут прийти в школу. Туда надо идти с чем-то. С презентацией, с какой-то видео и так далее. Если мы все это подготовим, выложим в open source вот на каком-то портале, дадим это в руки айтишникам и скажем, вам нужно сходить в вашу школу, к вашему классному руководителю, сходить в текущий класс и рассказать про свою профессию, а у вас все для этого уже есть, вам, грубо говоря, нужно пролистать презентацию, показать видео, ответить на вопросы, мне кажется, это упростит, и мы можем это развить.